правилах дорожного движения существуют обязанности не только для водителей, но и для пешеходов. Вот основные – ходить только по тротуару. Если его нет, то по обочине или по краю проезжей части, навстречу движению. По краю дороги могут двигаться также лица в механических инвалидных колясках. Переходить дорогу нужно только по наземным и подземным переходам или на перекрестках. Помним правило. Машине, едущей со скоростью 40 км в час, требуется 16 метров для полной остановки. Кстати, городские бездомные животные отлично ориентируются на светофорах. На заметку водителям, это не нарушитель, это пешеход, переходящий проезжую часть. Поскольку при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода разрешается пересекать дорогу исключительно под прямым углом. В темное время суток лучше надеть яркую, отражающую свет одежду. Детям нужно приобрести специальные браслеты. По данным статистики, многие трагедии происходят из-за беспечности пешеходов. Каждое шестое ДТП, например, происходит по вине самого пешехода. Мы поэтому сегодня вот призываем всех пешеходов соблюдать правила дорожного движения. И через детей довести это до водителей, чтобы они видели этих детей. Штрафы за нарушение ПДД пешеходами варьируются от 3 МРП до административного ареста. Еще один момент, который необходимо знать пешим участникам движения. Если вы видите машину с мигалками, скорую, полицию, пожарных, воздержитесь от перехода проезжей части. Соблюдение этих простых правил – залог нашей безопасности.